Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы с вами посмотрим игру Total War Arena. Игра находится сейчас на стадии альфа-версии. Вот. Ну, можно сказать, что закрытый доступ я получил. Знакомый один друг подкинул ключик. Вот. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет игра. В игре пока что нет русского языка. Ну, я думаю, наверняка его сделают. Хотя не факт, конечно. Но будем надеяться, что сделают. Так, и вот смотрите, что сразу тут бросается в глаза. Можно выбрать разных командиров. Вот, прикольных. Но пока что они, видимо, закрыты, да? То есть, хотя написано free. Нет, пока они закрыты. Леонид, Александр Великий, в общем, исторические личности все. Нет, давайте оставим, наверное, хотя он, смотрите, он вроде этот выбрался. Давайте попробуем сразу. Нет, пускай остался предыдущий, ладно. The Republic's wisdom will see us to victory. А, интересно, что, обучения тут не будет, что ли? Тогда это чревато тем, что меня сейчас просто загасит, потому что я не, ну, как бы с серией знаком, но на самом деле не фанат Total War. Игра, конечно, крутая, но я в ней нуб. Ладно, посмотрим. Может быть, что и получится, собственно. Видите, большое количество таких родов войск и всякие там копейщики, щитоносцы и все такое. В общем, тот, кто любит историю, тот, кто любит этот исторический период, игра тому человеку определенно понравится. Даже можете, смотрите, кастомизация есть, можно выбрать даже цвет, который будет преобладать на ваших счетах. Все такое прикольно. Так, ну, 30% поиск у нас, 31%. Я бы, конечно, хотел, чтобы была какой-то чат глобальный. Хотел бы, конечно, чтобы был какой-то туториал, потому что так сразу бросать... На мясо как-то, блин, не хочется. Ну и тут каждый на самом деле, то есть, допустим, вот есть копейщики с щитами, да? Можно у них прокачивать отдельно поножи, шлемы, нагрудники, ну тут туника типа прокачает там новые щиты, вот. То есть, вот это все очень тут хорошо развито, но, собственно, серия Total War славится своей внимательностью к деталям и вот таким хорошо проработанным апгрейдом, апгрейдом армии. Юлий Цезарь. Ну, круто на самом деле. Так, session setup. Все, у нас уже начинается сессия. То есть тут, видите, 10 ступеней, потом уже на второй ступени, видимо, когда мы вкачаемся, открываются более опытные воины и, в общем, хорошо вооруженные, более, в общем, лучше вооруженные, лучше защищенные. Так.
И то есть тут будет... А, то есть вообще мне говорили, смесь мобы и стратегии. То есть, как бы, ну, все знают, что такое мобы. Это как, ну, как, например, как Dota, я не знаю, как Heroes of the Storm. Там, допустим, есть какое-то... В общем, сражаются сразу несколько игроков с одной стороны, несколько игроков с другой стороны. В общем, задача, соответственно, выиграть той или иной команде. Ну и, например, там есть всякие объекты, которые нужно охранять, там, плюс которые нужно захватывать. Ожидания других игроков. Посмотрим. Пока что хочется заметить, что в игре крутая стилистика, то есть все отрисовано просто замечательно. Так. Давайте здесь кликнем, я не знаю, что ли. Давайте, не знаю какой, ну, давайте на трешке. И нам, похоже, нужно будет захватить вот это вот место, да? А вот лагерь противника у нас, смотрите. Посмотрим. Секунд до начала. Ну, видите, тут тоже люди не знают, как, собственно, игра работает. Ладно, не буду ничего писать. Да, good luck напишу. Все. Так, захватите вражеские базы, либо уничтожьте вражеские силы. Так, окей. Не очень удобный вид. И если вот, ну, для меня лично не очень удобный на самом деле. Так, вот мои силы. Я думаю, что за говно? Где мои силы, собственно? Вот они на самом деле идут. Давай вперед. Сейчас, похоже, будет супер суперское мясо. Смотрите, у каждой, в общем, единицы боевой показано столько цел, сколько, в общем, юнитов целыми, целой. Прикольно. Так, что этот дурак делает? Почему он постоянно отводит войска назад? Идиот, что ли, совсем? Там уже, вон, смотрите, мясо вовсю идет. Нужно помогать, потому что, блин, сейчас загасит наших союзников. Типа то, что мы в лесу, нас, видимо, меньше как-то замечают. Не знаю, вообще ничего не знаю об игре. Пока что существенный минус в том, что в игре нет обучения. Потому что есть люди, например, которые вообще не знают, как эта механика работает. Блин, там жесть вообще. Давайте, давайте вот до сюда дойдем. У нас чуть побольше, по-моему, очков. И смотрите, вот наверху, где Our Team, мы лидируем. На самом деле нужно, блин, помогать резче. Вперед! Давайте
копейщиками зайдем где-нибудь с фланга. Слушайте, они драпают, по-моему. О, а, это типа эти, да? Я думал, это копейщики, это типа, ну, которые, ну, в смысле, по сути, тоже копейщики, только они типа метают копья. Так, немножко давайте подвинем вот сюда, вот. Блин, такая жесть происходит. Огонь! Так, что у нас по силам? В принципе, по силам все еще нормал. Интересно, а они могут ранить наших бойцов или нет? Блин, мне тихо-тихо. Так, первого сюда, вторую кучу сюда, третью сюда. Кстати, мы выигрываем. Это не может не радовать. Кстати, смотрите. Типа умения, способности. Сейчас будет мясо просто, пипец. Так, эти, спиры, давайте сюда дуйте, что вы там творите, глупцы. Давай, 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 умение сейчас применим. Давайте захватим тогда. Какие-то новопасы нам попались. Отлично. Кстати, еще какие-то, смотрите, тут остались, да, враги? Вот. Давайте к ним подготовимся. Так, где наши копейщики? Выставим их вот сюда. Блин, кто-то нас рубит там жестко. Черт, они сзади окружили. Не-не-не, ты тут оставайся. Лучше первых сюда пошли. Руби, гадов! 96% захватили, да? Или нет? Не могу понять, что это такое за цифры мерцают. Лучников руби! Гасим, о, он лучников драпает, лучников.
Не, давайте обратно, ладно, пускай драпает, в принципе. Блин, давайте этот, не знаю, отведем что ли вот сюда, ну ладно, пускай здесь стоят. По-моему, он сбивает все, то есть, если он попадает по нам, по-моему, сбивается прогресс, хотя... Так, что у меня тут, по-моему... Ну, в принципе, еще есть живой. Давайте поможем вот сюда вот. процентов захватили базы. Но у них силы почти уже. Блин, вот этот хрен помог бы мне хоть один. Силы на исходе. 80% захватили. Давай, держимся. 86. Руби, руби. Ну, смотрите, как предел у нашей армии, пипец. Все, он дрэпает опять. Блин, еще, смотрите, ёшкин кот. Давай, давай, 99, 100. Еее. Ура. Максимус, Максимус. Милосердный. Эту фразу. Ну что, могу сказать, крутая игра. Давайте сейчас попробуем вкачаться, что ли. Очень рад, что мне добавили ключик. Отдельное спасибо Максу Притчеру. Вот. Так, а можно, смотрите, вкачать, да? Или нельзя? Или нельзя, наверное, нельзя еще. Ну, вообще-то я уже не в битве, блин, что за нафиг. А если мы попробуем взять другого какого-нибудь? Rome must have a ruler. Допустим, Цезарь, если мы возьмем. Сенат граждане Рима, все как надо. А тот точно недоступен? Да, мне уж еще понравился предыдущий. Нет, к сожалению. Или нет, или все. А, все, он освободился, ура. Так, давайте, может быть, тут, кстати, историческая справка. Германикус, прикольно. Бараки, да? Или мы пока не можем вкачивать, хрен его знает. Но пока что у нас 300 очков. Вот, опыт я что-то не вижу. Может быть, это в командирах. Нет, давайте это выберем. И почему тут висит замок, не знаю. Странно это все. Ну ладно, давайте попробуем тогда за Цезаря. Let us satisfy both nature and glory. Так, пока идет загрузка. Так, тут такое еще древо навыков есть. Типа их способности, характеристики. Бонусы. Ну, как обычно. В общем, игра, скорее всего, будет бесплатной, я так думаю. Так, ну а что у нас? Alia Iacta Est. А, я, может, случайно нажал отмену. Просто, как бы, вообще первый запуск, то есть я даже ее на пробу не включал.
Ну, пока что игра мне очень нравится. Нет, телек почему-то не горит. Ну, видимо, пока нельзя за него. И вот смотрите, у нас уже один ромбик сюда, значит, поставился, то есть у нас прокачка уже началась, да? Типа, видите, тут еще стиль у каждого командующего свой стиль игры, допустим, вот у этого у него тяжелая, в общем, штурм. У этого, да, типа поддержка, инженеринг. У этого, в общем, тоже штурм, но кавалерии. То есть каждый еще командир по-своему уникален. И это круто. Давайте пока посмотрим, что тут вообще есть за... Прикольно. Во. Катапульта. Так, начинается второй матч. Вот, посмотрим, давайте еще раз. Может быть, тут другая карта будет, или, ну, у нас, во-первых, другой главнокомандующий. По оптимизации тоже, как бы, пока все работает очень хорошо, даже на запись. Игра стоит на максималках. Так, где мы с вами появимся? Давайте попробуем появиться. У нас вражеский лагерь вот здесь, да? Давайте на десятки. Да, карта, кстати, другая. Кстати, видите, вот если командующий штурмовик, будем так их называть, у него кулачок тут горит. Если командующий, допустим, поддержка саппорт, то у него горит флажок. Если командующий специализируется на обороне, то у него щиты. Вот. Так, что у меня есть? У меня есть, значит, два отряда копейщиков и два отряда. И, в общем, и один отряд мечников. Теперь скорость здесь к атаке, в общем, прикольно. Так, ну пока что выдвигаем вперед наших мечников, собственно. Так, что-то не туда. Так, и на карте видите наши вот тут вот, не знаю, позволяет ли лоб канала видеть, в общем, наши войска обозначаются этим светло-синим цветом. Пока что даже никакого не было контакта. Возможно, противник решил в оборону уйти. Смотрите, у всех типа в начале количество солдат одинаковое, да? Missiles ready and waiting.
with the swiftness of Mercury. Follow after them. We have drawn first blood. The swiftness of Mercury. Follow. Так, Кант уже началось уже мясо вон внизу, смотрите. Мне очень нравится, что мы идем небольшим количеством как бы солдат наверху. Это может очень плачевно закончиться на самом деле. Это вот у тебя будет жопа нам, походу. Блин, давайте лучше отступим. Потому что он реально нас заманивает просто в говно. Вон, смотрите, там лучники стоят. Не. Лучше отступить. Шел он в жопу. Сейчас снизу подойдут наши. О, ёпамать. Давайте, ребята. Пока что мы опять лидируем. У нас, смотрите, снизу уже подходит подкрепление. Это очень хорошо. Блин, тут какие-то ублюдки подошли. Давай, ребята, ребят, давай. Гасим их. Не-не-не. Какой дабл? Стреляй давай. Вон наши уже подоспели, отлично. Давай, руби гаденышей. По-моему, сейчас наших... да, походу разбили наших солдат по полной. Но это ничего. Главное, сейчас вот... Так, одну оставляем, другую отходим вот сюда. Ты давайте вторую тоже отведем. Missiles awaiting targets in the name of Rome. At your service. In the name of Rome. Да, о, отлично просто. Слушайте, мы опять вырываемся вперед, это не может не радовать на самом деле. We're capturing the enemy base. Уже начали базы наши хлопцы захватывать. Missile infantry at your command. Rome is mother to us all. Не-не-не. Давай, ребята, гаси их копьями. Так, ну ладно, пока что мы вышли вообще в громадный отрыв. Мне кажется, ему все крышка на самом деле. With the
И тут на самом деле выигрывает тот, кто относится к своей армии, на самом деле, как к мясу. Если вы будете относиться к каждой единице как, ну, очень бережно, то победы вам не видать. Все, мы сейчас дожмем их. У них осталось 1000 с чем-то. Солдат против наших 2000. Главное, конечно, хотелось бы, чтобы игру не сгубил донат. То есть, если он будет, главное, чтобы это не отразилось. Все. База захвачена. Отлично. Вот видите, командирский XP там 51, ну, в смысле опыта, в общем. Главное, чтобы эту игру не сгубила, донат не сгубил. Вот, если будет хороший баланс. I will do what must be done. Мой любимый пока что командующий. Если будет в игре баланс, то игра будет крутой. Если будет дисбаланс, то игру, как всегда, обругают всю. И играть в нее будут не такое большое количество людей, как если бы она. Если она будет, в общем, хорошо сбалансирована. Так, что можно качнуть? Можно качнуть щиты, блок, Давайте просто по очереди все вкачивать. Просто я не знаю. Прям вот играешь в игру и дух гладиатора, особенно первой битвы, там чувствуется. Прикольно. Смотрите, еще у нас особо отличившиеся воины заслуживают тоже продвижения. Так, можно потратить командирский, можно потратить милитас. А у нас, подождите, какие есть? У нас зелененьких, по-моему, нет, зелененьких у нас дофигища. Давайте зелененькие, наверное, потратим, командирский оставим. А, нет, смотрите, зелененькие, они, типа, по-моему, открывают, а потом ты уже приобретаешь за золотце. Ну, в смысле, серебро. Так, все, больше нельзя почему-то. Ой, ну и ладно. Так, что у этих? Так, у этих тоже что-то есть, да? Блин, командирский потратил, ну ладно. Прикольно, какие-то у них шляпки, не знаю, что это такое. Ну, какие-то, видимо, фермерские шляпы, да. Так, это... Не, ну вообще игра очень крутая. Я, наверное, скорее всего, даже буду под ней делать спонтанные записи. Вот. Всем остальным желаю дождаться выхода. Обязательно в нее поиграть, кто любит исторические стратегии. Особенно стратегии от Total War. Вот, на этом все. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер, всем пока.